знаходимося на справжньому Слобожанському подвір'ї. Так, саме так виглядала селянська хата та подвір'я наприкінці 19-го, початку 20-го століття. І тут, у Новопскові, зберегли той самий старовинний дух, дух того часу. Ми зараз дізнаємося, як жили селяни майже 100 років тому, як проводили свій день. Ми познайомимося із різними сільськогосподарчими знаряддями, предметами побуту. Тим більше, що майже все, що тут збереглося у Новопсковському краєзнавчому музеї, оригінали дбайливо збережені співробітниками Новопсковського краєзнавчого музею. І, до речі, це єдиний музей-садиба в нашій області. Цю хатинку було побудовано у 19 сторіччі для дяка Новопсковсько-Миколаївської церкви. Трохи згодом тут проживали розорені поміщиці Головіни. У 1912 році будиночок викупив селянин за прізвищем Вагін. У дім ми зайдемо трохи пізніше. Давайте оглянемо подвір'я. Дерев'яний колодязь із журавлем. Він у центрі подвір'я. Треба сказати, що у ті часи колодязі були не у всіх подвір'ях, а лише там, де вода була доброю, і хазяї, звичайно, пускали до себе за водою тих сусідів, яким так не пощастило. Зі старовинними приладами господарчої діяльності ми попросили нас познайомити старшого наукового співробітника Новопсковського краєзнавчого музею Ольгу Мельник. Сельский двор представлен сельскохозяйственными орудиями труда. И вот перед вами такое большое сельскохозяйственное решето, которое использовалось для просеивания зерновых культур от половы. Вот так его использовали, в летний период года его выставляли и использовали в сельском хозяйстве. Жернова – это называется каменный каток, гарман, который использовали для молодьбы тоже зерновых культур, так как основным видом сельского хозяйства это было земледелие. И все использовалось именно для вспашки, обработки земли и продукции, которые производили крестьяне на поле. Перед вами дропак. Это вторичная обработка земли, такие большие грабли. Деревянная рама с металлическими зубцами. Перед вами представлены плуги. Одним из них является вот традиционный украинский плуг с одним лемешем металлическим и рама деревянная. Также впереди были колещата, это два колеса. Это период 19-го столетия. Уже в конце 19-го столетия, начале 20-го столетия, используется модифицированный плуг с двумя лезвиями. Вот такой, значит, лемеш с двумя лезвиями, тоже рама металлическая, и прикреплялась колешня. Конечно, тягловой силой была лошадь, и также еще на Украине использовали валов. Перед вами упряжь валов, это ярмо. Отже, настав час зайти до хати. Треба сказати, що хата дерев'яна, вона обмазана глиною та побілена. Коли лише хата була побудована у 19 сторіччі, її дах був солом'яний. Трохи згодом, у середині 20-го, дах було покрито черепицею. Місце, де ми зараз з вами знаходимося, називається Пресінок. Саме тут хазяї тримали різноманітне знаряддя праці. Крестьяне хранили примитивные сельскохозяйственные орудия труда. Это била или цип, которыми молотили зерновые культуры. Косы с грабками для косьбы. Конные пута использовали тоже крестьяне для связки передних ног лошадей для ночного выпаса. Также могли хранить и зерновые мерки, коромыслы. На территории нашего края коса с грабками называлась словом кистя. Грабки были сами по себе съемные. И когда коса косила, чем интересно, грабки ложили в волок. Это было очень удобно крестьянину. В
Все орудия труда, перед вами представленные, были приобретены работниками Новсковского краеведческого музея по селам Новсковского края. Далее мы переходим через Сины в Чулан или Каморе, как называли на территории нашего края. Вот эта комната называется Чулан, или еще у нас в народе говорили Камора. В Чулане хранили в основном сельскохозяйственные продукты. И перед вами вы видите медогонка рамочная, которая использовалась, куда вкладывали рамки и выкачивали мед. Вот. Действенная, между прочим. Это приобретение наше передали любители-пчеловоды. А это бодня для сала, для засолки сала. И вы знаете, как говорили еще, что в этой бодне был замок с ключом, а ключ хранился у хозяина. Просто так особо кусок сала не отрежешь. Далее вы видите полочки перед вами, где хранятся все в основном сыпучие продукты. Вот в таких макитрах или в кувшинах могли хранить и вино, вот, пожалуйста, жбан для вина, кувшины, гирюны, пожалуйста, для растительного масла. Также очень интересный у нас экспонат – это стеклянная бутыль с чехлом. Это четверть. Вот, пожалуйста. Ну, вы знаете, для чего использовать такие четверти стеклянные, да, для украинского спотыкача самогона. А вот это изобретение народное, вот такой чехол, из камышовой окуги. Своего рода такой чехол, для того, что стеклянная посуда в обиход вошла, она была, конечно, и дорогой, и ценной. И чтобы ее сохранить, вот крестьяне придумали такие чехлы. А также еще использовали и для питьевых, также для хранения молока, воды, узваров. И чтобы дольше сохранялось или тепло, или прохлада. Вот такие чехлы использовали наши крестьяне. Это чисто придумка своих самих крестьян. Далее, что вы тут видите, очень интересные деревянные ночевые корыта, пожалуйста. Также такие неглубокие корыта использовали и для замешивания теста на большое количество, выпекания хлеба. Ну, а поглубже вот такие корыта использовали, ну, для стирки белья. Также из окуги плели вот такие кошелки, корзинки, с которыми крестьяночки ходили в крамницы, в магазины, на ярмарки. Они были разные по размеру. Это деревянный скребок с металлическими ножами. Так как на территории нашего края было развито овцеводство, вот такие скребки, довольно-таки примитивные, крестьяне сами делали и использовали для вычинки кожи. Они были разные по размеру, ну вот в этом хозяйстве было использовали вот такой. Также на полочках могли храниться и вот такие орудия труда для стирки. Праты, стираты, от слова праты украинского, вот это пранок. Им стирали. Или на лавах замоченное белье, или на речку накладки несли. И что есть мочи, грязь выбивалась. Даже вот этот изгиб на пранке не напрасно. Это для того, чтобы, значит, грязь или там вода не летела на прачку, а в сторону отлетала. Все предусмотрено. Зверніть увагу, на вікнах завістки сучерету. Можна сказати, жалюзі того часу. На підлозі зараз кахель та дерево. А раніше підлога була здебільше земляною. Дерев'яні підлоги у ті часи могли дозволити собі лише заможні люди. Тож, підемо далі на екскурсію по хатині 19 століття. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що двері тут низенькі. І це зроблено навмисне, щоб тепле повітря не виходило з хати. Із сіни ми заходимо до кімнати, яка називалася хатиною. І служила кухнею. І треба нагадати таку традицію. Коли гість приходив у дім, він спочатку вклонявся на святий кут іконам, а потім господарям будинку. У святому куті знаходилися ікони, прикрашені рушниками та цілющими травами. Головною прикрасою кімнати були рушники. Їми прикрашали вікна, ікони. Рушники освячувалися у церкві і були родинним оберегом. Господарі вірили, що рушники захищають їх від дурного ока та недобрих людей. Головна частина хатини – то піч.
І печі приділялося багато уваги і постійно підбілювали, прикрашали якимись візерунками, малювали на ній щось, чи то пітники, чи то квіти. Одним словом, без печі то і не хата була. Що ж за страви готували хазяйки в 19 сторіччі? Ну, самое распространенное, конечно, это традиционный украинский борщ. И вот это приспособление, которое стоит на мыснике, это салатовка, так называли на территории нашего края. Это ступка с толокушкой, куда мелко крошили сало с луком, ложили специи и заталкивали вкусный украинский борщ. Это была традиционная такая пища. Также готовили традиционный капустняк, также готовили различные юшки, так как у нас айдар. Водилось много рыбы. Вторые блюда – это в основном каши были. Гречневая каша, пшеничная каша, вкусная каша горбузовая, распространенная на территории нашего края. Мясные блюда – это в основном, конечно, начиняли колбасы, солили сало, крученики мясные, распространенные тоже на территории нашего края. Из мучных продуктов готовили традиционные украинские вареники. Вот в таких макитрах подавали. Они были расписные, растительный орнамент, вот видите, украшали такие макитры, потому что было приятно подать на стол в такой макитре традиционные вкусные вареники. Их готовили не только с сыром, но и с картошкой, и с капустной постные. Также из муки изготавливали различные млынцы, пампушки, орешки на сладости детям. И пекли традиционный украинский хлеб. Вот полочка хлебная, всегда в каждом доме она была на кухне. Покрывалась рушничком или салфеточкой, когда хлеб выпекали раз в неделю. Накладывали вот на такую полочку и покрывали домотканым рушничком. Вот свойство домотканого полотна – сохранять свойства хлеба. Почти от 7 до 10 дней хлеб хранился и сохранял свои вкусовые качества. Из напитков самым распространенным, конечно, было это молоко, которое хранили вот в таких глиняных глычках. В таких глычках молоко хорошо хранилось. Есть даже еще такое поверье, что в глиняной посуде молоко дольше сохраняло свои вкусовые качества. Также в таких глычках хранили молочные продукты переработанные. Это сметана, ряженка, кефир. Еще можно отметить, что также в таких кувшинах могли хранить именно напои. Это узвары, которые варили из сухофруктов. Вот сейчас называется компот, а раньше называли узвар. И подавали на стол гостям вот в таких красивых расписных кувшинах. Зверніть увагу на меблі того часу. Перелік не такий вже багатий. Столи, стільці, полички. Звичайна для нас річ – дзеркало. Зустрічалося не у кожній хатині, бо ця річ була занадто дорогою. Замість звичайних для нас шафів у селян були скрині. Цікава знахідка – дерев'яна скриня, придбана у селищі Білоуцьк. Розписана вона пальцевим методом нанесення малюнку масляними фарбами. Орнамент рослинний, зображені квіти у вазоні – це елемент світового дерева, символ життя. Такі скрині використовувалися для зберігання приданого для нареченої і називались вони весільні скрині. А зараз ми з вами знаходимося у спальні. Треба сказати, що селяни Слобожанщини тюфяки для ліжка набивали сіном чи листям з кочанів кукурудзи, бо перину та пухові подушки могли дозволити собі лише заможні селяни. І, звичайно, ліжко покривалося домотканим простирадлом. На дерев'яному ліжку спали лише дорослі. А зараз я хочу, щоб ви звернули увагу на ось такий пристрій – дитяча колиска. Щоб не вставати вночі до дитини, ліжко просто прив'язувалося. І ось таким чином дитина колихалася вночі. А ось це ліжко для більш дорослих діток. Воно називалося дерев'яний піл. Обов'язковою річчю у ті давні часи був ткацький верстат, бо все полотно ткали власноруч. У наших краях ткали з коноплі та льону.
Верстат був доволі дорогою річчю, тому його передавали із родини в родину. Одні родичі закінчили ткати, верстат розбирався та переносився до будинку інших родичів. Світлиця – це головна кімната дому, которая украшалась парадным кутом, или еще называли его красный угол, святой угол, где размещались иконы и были украшены домотканными килковыми рушниками. Это были очень красивые, ценные рушники, которые хозяечки несли в церковь, освячивали. Они верили, что эти рушники оберегают хату, потому что даже не только в праздники, но даже и в повседневные дни такие рушнички висели на окнах. Они не только украшали, но и оберегали жилье от недобрых людей, от черного глаза, как еще говорили. Также под парадным кутом всегда ставили стол, украшенный скатертью. Ну, в данный момент тут такое нарядное убранство стола, белая домотканная скатерть с мережкою и кролевецкий рушник. Также могли застилать и кролевецкой скатертью. Это считалось парадная, нарядная скатерть, обрядовая. Ну, перед вами вы видите кролевецкий обрядовый рушник. За таким убранством стола совершали какой-то определенный обряд. Например, договаривались о веселье. И тоже вот перед вами видите нарядная глиняная праздничная посуда. Посуда тоже была ежедневная. Да, и обрядовая. Возле стола всегда стояли лавы, украшенные пилочками домотканы, которые сами тоже крестьяночки ткали на ткацком станке. Далее от стола вы видите, что у нас стоит деревянный сундук. Стены светлицы украшали плакатами, картинами религиозного плана. И вот перед вами вы видите картину в деревянной рамке «Ступени человеческой жизни». Это было характерно для крестьянского жилища. На стенке также висит вот такой плакат религиозного плана. Это раздача священного огня. Ну, для крестьян это было присуще украшение стен такими плакатами. Также вы видите и фотографии. Вот когда появились фотографии, уже в начале 20-го столетия жильцы фотографировались, все это ставили в рамочки и украшали свои стены фотографии своих же, как говорится, жильцов. Также вы видите и деревянная кровать. Ручная резьба, деревянные такие шикарные спинки этой кровати. Кровать светлицы празднично убрана домотканными рядными красивыми, вышитым красивым подзором. Также подушки украшались вот такими накидками, связанной прошвой. Также перед вами вы видите деревянный пол. Это, конечно, характерно для зажиточных крестьян. Для традиционного сельского дома характерна земляная доливка, земляной пол из глины и земли, который в праздничные дни, например, на Троицу, посыпался зеленой травкой, мятой, чабрецом. Вот это характерно для сельского дома. День селянина був довгим. Рано вранці підйом та праця, бо все робилося власноруч. Не було таких звичайних приладів, до яких ми звикли. Ні пральних машинок, ні прасок, не було газу підведеного до оселі, не було води з-під крану. Як же вони жили? Але встигали все. І працювати, і веселитися. А нам з вами залишилася лише пам'ять про це.